Что касается возврата России в семерку, восьмерку, мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть. У нас в Москве. И способности ШОС. Президент Соединенных Штатов сам неоднократно говорил о том, что считает такую встречу целесообразной, а я подтверждаю, это так и есть на самом деле. Могу еще раз повторить. В нашем последнем телефонном разговоре он выразил озабоченность по поводу угрозы нового витка гонки вооружений. Я с ним согласен. Для того, чтобы это все предметно обсуждать, нужно, чтобы наши министерства иностранных дел работали, эксперты работали очень плотно друг с другом, ну и, конечно, необходимы личные встречи. Достигнута договоренность о выдаче российского журналиста Кирилла Вышинского. Если да, то когда... Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, ну, исходя, конечно, из моего рабочего графика. По поводу места, мы об этом так предметно не говорили, но многие страны изъявляют желание оказать нам такое содействие. Это и некоторые европейские страны, в том числе Австрия. Пожалуйста.